Опять на меня перешло. All what is good we're trying to do is work against him. За стопом не следи, Серег. За стопом? Он же аккуратно в тебя входит, да это? А против света? Да, я, мне уже неудобно стало. Не снимается? Да, с той стороны. Неудобно уже. Кажется, что сбоку лучше всего мне подойти. Попадаюсь. Не висни на одной руке двумя. Тебе что, Санька, подсказывает? Серег, работай до конца. Знаете же, шуточки и смех. Не слушай, пусть я смеюсь. Ты работай. Ага. Буду. Вот, сейчас покажу себе что-то. Вот видите, человек любой ищет, ну, как бы точку опоры в теле другого человека, да? А вы ее не давайте ему. Ну, сейчас. На меня вроде я приходил. Опять на меня чувствует. Ну, локоть, локоть, да, вот он. Видно, где напряжение уходит, да? Сейчас он сразу мне. То есть вот то, что вы сделали с палкой, да? То же самое с телом. Видите, как сейчас как с собой борюсь уже себя. Надо что-то поменять. Ну так перейди на другую сторону, ёлку-палку. Во-во-во-во-во, вот так, давай ему растяжку. Виталик по нему. Ну сейчас спина оторвёшься. Серёг, хреново с тебя милиционер. Сань, а что ты сейчас мне не подсказал? А куда ты полез? Ты сразу полез. Ну, это же... Саш, какой милиционер возьмет полковника юстиции? Да. Не каждый казак сможет. Вот уже мне неудобно стало руку ему крутить. Не висни у него на руке, ногами веди. Вот, ногами веди, чтобы он ноги твои не загружал. Так легче, кстати. Да. Спасибо. И позже было лететь куда-то. Дальше-то что делать, Сань? Я думаю, надо менять партнера. Надо подсказчик. Подсказчик готов. Так, как? Серега, на все тело реагирует. Не реагирует он на его, на руку и ногу отдельно. Ну так продолжай, меняй, потихоньку. Не отпускай его. Он а, тоже... вот, все, не отпускай его. Держу. Держу. Давай, он же присел. Вперед. Он уже почти. Ну ты встал. Голову, ты чувствуешь, голова уходит. А как надо, скажи. Как на горке проезжаю. Ты получается. Ногами ходи, чтобы ты куда приедешь, чтобы там ноги уже твои, да, стояли. Вот, перехожу тогда. Во, видишь, и все. О, опять красава. Я теперь буду переходить. Буду переходить. Вот другую руку-то, да. Не перебегай, Серег, потому что ты так бежишь напряженно, он тебя ловит. А как переходить? Тихонько. Спину, спину береги. Сейчас спиной положу. Так.